Друзья, всем привет! Меня зовут Куснинов Валерий, я являюсь одним из основателей проекта Багаж.рум и хочу рассказать, в чем его особенность и как он работает. Дело в том, что путешествуя по разным странам, мы увидели, как в Европе расположена система хранения багажа, как она сделана, как она задумана. И посмотрели на нашу страну и поняли, что у нас здесь в этом проблема. Проблема в чем заключается? В том, что приезжая в любой город, камера хранения находится только на ЖД вокзале или в аэропорту. То есть, по сути, это очень неудобно, потому что иногда людям хочется погулять по городу, пройтись, посмотреть на достопримечательности, парки и так далее. Наша площадка работает таким образом, что у нас заключены договора с различными заведениями, такими как кафе, бары, рестораны, хостелы, отели. И вы, как путешественник, как гость города, зайдя на наш сайт, можете выбрать любое удобное место, которое вам понравится. Возможно, это будет ресторан. Вы придете в ресторан, покажете им бронирование свое. Ресторан у вас возьмет ваш чемодан, ваш багаж на хранение, уберет в закрытое помещение, которое находится под видеонаблюдением или под наблюдением именно администратора. И таким образом вы разгрузите свои руки. Вы будете путешествовать налегке, будете ходить, наслаждаться городом. Возможно, сходите в галерею, в картину, или в кино, или еще какие-то важные дела. Возможно, это будут переговоры, там, деловые переговоры, чтобы не идти с чемоданами и быть налегке. Таким образом, партнеры сохраняют ваши вещи в сохранности. Гарантия того, что ваши вещи останутся сохранными. У нас есть страховка на каждый багаж, на каждую единицу 50 тысяч рублей.